Всем привет, с вами Александр. Мы продолжаем играть Лего Звездные войны, войны клонов. Сейчас мы наконец-то доберемся до бонусных миссий. Чтобы сюда попасть, нужно попасть на корабль сепаратистов. Чтобы сюда долететь, смотрите предыдущие серии. Поэтому выбираем персонажа. Нужен нам R2-D2. Так что пошли. Кстати говоря, свободную игру я решил проходить на стриме, поэтому будет чат вылазить. Если там, конечно, будут что-то достойное писать, а не вот это «Я, а было!» И тогда мы его нафиг уберем. Так что видеть себя хорошо. Так. Тан-та-тан-та-тан. Нет, в OBS нельзя записывать. Ну, по крайней мере, в той версии OBS, которой я пользуюсь. Тан-та-тан. Так. Подождите-ка. Там кто нужен? Нет, там, блин, штурмовик нарисован, черт. Погнали назад. Покатили. Очень быстро покатим. Очень быстро, черт. Как я так облажался. Подождите-ка, тогда он, получается, в другой зоне. Потому что я... видел, как чувак заходил в тайную миссию, у него вот R2-D2 был, поэтому я что-то и подумал, что это то самое место. Окей, Баунти Хантер тогда. Да любой. Бойл. Вроде нормально звучит. Ну и правильно. Будешь знать, как писать капсулу. Командир Стоун. Надеюсь, он достаточно штурмовик этого прохода. Ну так, да, кстати, это вражеская база. Любой позитивный персонаж здесь будет атакован. Ойпс. Ну и ладно. Да нет, нельзя. Да ладно, с чатом тоже, кстати говоря, нормально. О, это за красный кубик был. Так, неуязвимость. Купить, что ли? А что, вам чат не нравится на экране? По мне так прикольно. Ну как? Прикольно, когда там нормальное написано. Если всякий мусор, то, конечно, да, у них место. Наоборот, живости добавляет к видео. Хотя все может измениться. Так, а где этот ботинок? Вообще. А, все, вспомнил, как я сюда попал. Просто... уже несколько дней прошло с тех пор, как я сюда пришел, поэтому... я типа немножко подзабыл. Все, я вспомнил, где тайная миссия, сейчас дойдем. Нет, я им думаю, что его включить, а то ведь взрывают постоянно. Купить-то не проблема. Так, включить. Детектор неуязвимость. Ну, хотя бы взрываться не буду каждые 3 секунды. Да нет, я только сюжетку прошел и все. У меня пока еще ничего толком нет. А здесь, по-моему, тоже это есть место, где компьютер. О, я его купить могу? Это, в принципе, вообще много кого, видимо, могу купить. Если бы они не пытались меня убить. Так, видимо, я пока в бою. Я не могу их покупать. Вот этот самый компьютер. И вон там как раз надо прилететь. Стоять. Нет, это не то, это покупка компьютера. Да, вот тут тайная миссия, вон за той дверью. Осталось только добраться туда. Ну, на крайняк можно сбегать назад тот ботинок. Так, вот он компьютер, который персонажа меняет. Может, не обязательно того дроида. Можно взять афроамериканского дроида, у него, наверное, тоже есть. Ну ладно, R2-D2-то точно пойдет. Его, правда, атаковать, скорее всего, будут. А мы покатили быстрей. О. А, так типа у меня жизнь отнимается, но обить они меня не могут. Вот в чем смысл. А, так тут получается любой робот может пролететь. Ладно, потом выясним, чего эта дверь делает. А, ну подождите-ка, вот она типа злая. Вот ей-то и можно всех покупать. То мало ли понадобится в свободной игре. Сейчас это вылезло, блин, это на полэкрана, не видно нифига. Боевой супердроид. Тут у него большой персонаж, нужно, чтобы кнопку нажать. Ну можно назад всегда сделать. Да понятно, в Лего играх. Так, мне не хватает 4 золотых кирпичей, чтобы туда дойти. Но бонусные миссии вот за этой дверью как раз. Но тогда придется попроходить некоторые миссии сюжетные, чтобы подобывать. Так, давайте-ка этого купим.
дроид, разрушитель. Но в разных лего-играх по-разному сделана неуязвимость. Вот тут, допустим, вот одно сердечко остается, в некоторых вообще жизнь не отнимается. В некоторых оно типа серебряное становится. Как это, с броней. Так, ну да, вот машины здесь, конечно, покупать не очень удобно. По одной-то. А, ну да, множители. Хотя нет, множители пусть остаются. Денег много не бывает в этой игре. Ну давайте тогда сюжетку проходить. Свободная игра, все дела. Так, карта. Первая миссия у нас была на Джанозисе. Что-то там арена какая-то. Так, битва. Зианская арена. Бонусная миссия, чтобы открыть, там написано, нужно 30 золотых блоков, которых у нас нет. Поэтому мы пока туда не пойдем, пошли. И мультики мы, кстати, заново смотреть не будем. Истинный джедай, все. Не знаю, как процесс пойдет, потому что я как бы сам же в первый раз играю. Но вон уже вижу сверху, там надо мини-набор разобрать. Тут, конечно, не очень удобно все это дело собирать. Из-за того, что, блин, тут толпа такая. Да тут везде мини-наборы, мы же только первый раз зашли, у меня вообще-то вот ни одного не сразу. Найдено. В режиме свободной игры нажмите LB, чтобы выбрать другого персонажа. Так, это по небольшому этим ломать. Вообще большинство зон, типа открытая арена. R2D2. О, кстати. Им тут только этих раскидывать. Хотя я думаю, они тут вечно будут выходить. Она. Так. А, понятно, в режиме свободной игры. Здесь, кстати, тоже не дают свободно персонажа менять. Кто там нарисован, блин, не пойму. Вроде R2D2, ему все равно надо. Ой, да ладно, 30 блоков соберем, потом вернемся. Я уже миссию начал, все. Я же не буду ее прерывать, чтобы туда-назад бежать. Так, нет, нельзя. Что вообще происходит? Что они взрываются рядом со мной? Так, ну вот нужна джедайская сила. При этом злая джедайская сила. Так, это вроде дергать умеет. Раз потянули, два потянули, и сейчас бы столб обвалился, и все. И где мой мини-набор? Так, я насколько помню, эта миссия здесь вся проходит. Или там у них вторая половина есть. Так, так, так. Горшки. Вот странно, целеуказатели показывают, но... Как-то... С чем взаимодействовать-то в этих местах? Так, там опять кто? Робот какой-то. Сейчас найдем. О, наконец-то нашли персонажа, который может это сделать. Там целая качалка. Вообще, в идеале бы лучше взять какого-нибудь персонажа, который, блин, не знаю, с ракетницей, но его пока найдешь. О, одно из трех. Целеуказателям вообще трудно, как правило, потому что они иногда показывают через стенку, и ты типа долбишься в одном месте, а он, оказывается, блин, в другой зоне был. Ну тут счетчик-то, по идее, должен хотя бы до трех дойти. А, ну хотя гляньте-ка, тут три звука этих беговых дорожки и... Видимо, это как раз и есть мини-набор. Она не ломается нифига. А, если встать на нее. А, не знаю, мне все равно. Я знаю, кто такой Джанго Фетт, а кто такой Кэт Бэйн, без понятия. Поэтому трудно выбирать. Не буду я ваши советы, блин. Хватит мне тут, возьми того, возьми этого, господи. Опять детский сад набежал. Так. Это тоже что ли через стенку? А, вообще она типа золотая.
Так, где у нас этот? О. Вот одна из пяти. Давайте сразу договоримся. Это не стрим того, что вы говорите, а я тут же бегу выполнять. Я просто решил записать так, потому что, ну, я думаю, с чатом веселее будет. Если чат мне будет мешаться, я просто запишу без стрима и все. Так, это ладно, мы потом сделаем. Там с горшком чего-то надо сделать, потому что его типа полить. Тот в синей шляпе. Ох, ох, герой. Знает меньше, он меня меньше, но знает про Звездные войны больше. А я больше знаю про физику. И что? Господи. Да, я думаю, мы сейчас... Гордиться тем, что ты разбираешься в Звездных войнах, это бессмысленно. Как бы это бесполезно. Вот гордись, как ты русский язык знаешь, гордись, как ты, не знаю, математику знаешь. А гордиться знанием Звездных войнов, ну, ну, поздравляю, ты выучил много бесполезных знаний, которые тебе в жизни, ну, нисколько не помогут. Расскажешь потом учителю, как в институт поступал, сдавая экзамен по Звездным войнам. Он тебя похвалит, я уверен. Та-та-та-та-та. И что-то я подумал, наверное, не буду я записывать эту игру со стримом. Плохо выходит. Опыт оказался неудачным. Лучше потом запишу отдельно, как обычно. Тя-тя-тя. Да я просто на чат отвлекаюсь. А тут надо сосредоточенным быть. Ну да, ты же такой большой, столько знаешь про Звездные войны. Молодец. Ха-ха-ха. Мы все гордимся тобой. Так, в чем нам тогда еще поиграть, а? Не, не смотрел эти войны. Как я познакомился? Да я не помню уже, но как бы, как все, наверное. Раньше у нас видеокассеты с ними были, но я не то, что прям фанател или типа того. Потом, когда первый эпизод вышел, ну, просто кино было с крутыми спецэффектами, и в принципе... Да я сейчас-то не шибко-то фанат, ну так, я как бы, я и все видел, я в принципе более-менее знаю канон, но не то, что я прям фанат какой-то или типа того. Да-да, не стесняйся, ты велик. Норвегия, не знаю, я ж там не был. Наверное, норм. Так, во что будем играть? Потому что Звездные войны мы сегодня играть явно не будем. Так она мне установлена, нет? Я не хочу. Да просто меня чат отвлекает сильно, правда. Играть без часа бессмысленно, ну как бы. Да нет, сегодня ему не будет. А то это как-то уже будет не смешно. Я просто думаю, что у меня установлено. Ну, кстати, по генкубу можно. Только у меня эмулятор, наверное, не настроен. В этом проблем будет. Смотришь, а на свече у меня нету. А, посмотри, что на PS4 есть. Там устанавливаю дофига. Ой. Короче, чем больше я стримлю игры, которые я хочу записать на основной канал, тем меньше
тем больше прихожу к выводу, что не стоит так делать. Все-таки летсплей и стрим — это не одно и то же. В том плане, что я как бы пытаюсь сосредоточиться на игре, но какой смысл делать это на стриме, как бы? Поэтому получается ни то, ни сё, фигня какая-то. Когда я усвою этот урок? Потому что я в прошлый раз так же обломался.